Друзья мои дорогие, привет! Сейчас в Алании, в самом центре, начнется фестиваль туризма и искусств. Посмотрите, какие красочные костюмы у участников. Сейчас я вам постараюсь, пока все не двинулись, пока еще не знаю даже в какую сторону это пойдет движение. Но вот что вижу, я вам сейчас захвачу. Посмотрите, пожалуйста. Ох, видите, какие костюмы, необыкновенно колоритные. Я надеюсь, солнце мне не очень помешает. Я не засвечу. Каждый год происходит такой фестиваль. Длится он 3 дня. Сегодня открытие в 17:30 вот начнется. В национальных костюмах я вижу участники. Какой-то как марш-парад. Верблюды вот там вдалеке. Флаги национальные. Ну, и музыка будет национальная тоже. Вон какой-то участник, я хочу подойти поближе, как из сериала про Эртугрула. Видите, они ходят. Сельджукские турецкие национальные костюмы воинов. Я сейчас вот подойду. Вот группа инвалидов, после них с лошадкой. Посмотрите, как здорово. Ага. Мераба! Эртугрул! Thank you too much. Очень красиво, видите? А вот прошел человек в национальном таком крестьянском костюме. Похож на сицилийцев. Турки тоже так ходят. Здорово. Вон лошадки по газону прямо. Нарабалар! Моя хорошая лошадочка. Красные такие у нее носочки, перетянутые ножки. Вот я вам говорила об этих костюмах, посмотрите. Так ходят крестьяне в Турции. Праздники. Ну, мне она очень напоминает сицилийцев. На верблюдах. Ну вот так здорово. Видимо, оттуда пойдет шествие. Верблюды нервничают. Тут маленький верблюжонок. Верблюжонок малюсенький. Вот смотрите. Они как... Слышите, переговариваются верблюды. А вот ослик. Он игнорирует меня, ему не до меня, жарко. No, thank you. Камера, камера, now камера. Думаю, что я хочу сфотографироваться с верблюдом. Ох, какие звуки это верблюды издают. Ну вот так, сейчас начнется действие. Потом вам подробно все расскажу на Фейсбуке. Пока. Подраму, подраму.